Кингисеппе запланировано проведение благотворительной акции, которая будет направлена на помощь бездомным. С 10 декабря неравнодушные волонтеры начнут организовывать питание для нуждающихся. Предполагаются две точки – у рынка и в районе автовокзала. Сейчас организаторы ожидают разрешения администрации. Такой опыт уже есть в Санкт-Петербурге, Луге и Гатчине. А начала его православная Гатчинская церковь. Ипподиакон Владимир Альшевский заявил, что в прошлом году от голода погибло около 60 человек. В нашем городе акцию хотят провести не один раз, а сделать ее постоянной. Например, по средам и субботам с 19 до 20 часов еду будут раздавать тем, кому она необходима. В Кингисеппе таких бездомных около 30 человек. К участию в акции приглашаются и волонтеры. Помочь здесь может любой. Необходим транспорт для доставки пищи. Можно оказать и спонсорскую помощь, например, крупой или хлебом. Удастся ли поставить это благое дело на поток, зависит только от того, насколько неравнодушными проявят себя кингисеппцы.